Всем привет! Ребята, как я вам и обещала, я приветствую вас в новом образе. И сегодня мы с вами сделаем вот такие вот красивые декоративные украшения для вашего дома из подручных средств. Ну и давайте уже начнем. Поехали! Итак, для основы нам понадобится обычная стеклянная посуда. Можно взять, которую вам не нужно, а можно купить специально. У меня это бокалы, но если у вас нет такой посуды, вы можете взять обычную баночку. Конечно же, искусственный снег. Маленькая гирлянда, чтобы поместилась в ваш бокал. Снег-распылитель. И декоративные украшения. У меня это елочные игрушки. Самый простой декор – это положить внутрь бокала гирлянду. И будет уже красиво. Но также есть вариант посложнее. Мы можем внутрь бокала насыпать искусственный снег, взять обычную деревяшку и привесить к ней елочную игрушку. Следующий вариант – это можно положить внутрь бокала всякие декоративные шарики. И вставить туда какое-нибудь украшение, я, к примеру, вставила веточку. Но я решила сделать вариант посложнее. Мы забрызгаем внутрь бокала снег-спрей. И можно также снаружи. Потом засыпем искусственный снег и украсим это все декоративными элементами. А пока я делаю декор для дома, я хочу с вами поболтать. Пишите свои идеи декора в комментарии, я буду все читать и отвечать. Надеюсь, что в этот раз YouTube не закроет комментарии под моим видео. Вот я уже забрызгала наш бокал снег-спреем. Мне очень нравится, он очень красиво блестит. Дальше, как я уже говорила, нам надо засыпать туда искусственный снег. И, конечно же, чтобы наша посуда сверкала еще больше, я положила внутрь стакана
маленькую, но очень красивую гирлянду. И сверху украсила это все декоративной веточкой. И вот такая вот красота в итоге у нас получилась. Ну а самый легкий вариант декора – это взять обычную стеклянную прозрачную банку и положить туда красивую гирлянду, у меня это со звездочками. И также можно ее закрутить и сделать надпись «С Новым годом». Вот так вот просто можно сделать декоративные украшения для вашего дома из подручных средств. И таким образом вы можете украсить свою квартиру к Новому году. Ну вот и подошло мое видео к концу. Если вам оно понравилось, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока!